Дорогие участники космической программы, весь экипаж корабля «Сириус», поздравляю вас с праздником, с Днем космонавтики. 12 апреля – это день, когда Юрий Гагарин полетел в космос. В этот день человечество сделало первый шаг по дороге, который ведет к звездам, к другим мирам. И вы тоже делаете шаги в этом направлении. Помните, я говорил вам об отработке действий космонавтов на чужой планете? Это, в принципе, как раз то, чем вы занимаетесь сейчас. Здесь, на Земле, мы все оказались в ситуации, когда выйти на улицу нельзя. Ну или почти нельзя. И нам всем с вами предоставлена уникальная возможность подумать, а как космонавты будут изучать планету, если выйти из станции будет нельзя? Какие исследования проводить? То, что происходит здесь, на Земле, может случиться и там, на другой планете. Я бы даже сказал, что это обязательно случится. Если на планете X есть такая же атмосфера, как и на нашей Земле, то есть есть тот же кислород, тот же азот, и давление там такое же, и температура такая же, то это совершенно не значит, что можно будет спокойно наслаждаться местным воздухом, потому что там будут свои микробы, свои вирусы, с которыми организм земного человека еще не встречался. И, скорее всего, встреча эта может быть крайне опасной для нас, землян. Поэтому, опять же, скорее всего, на исследования будут происходить из герметичного отсека. Начнется с этого вся работа. Так вот и подумайте, что бы вы сделали на месте будущих космонавтов. Какие меры предосторожности вы бы предприняли? Наблюдайте за тем, что происходит здесь, на Земле. Наблюдайте, как земляне борются с опасным вирусом. Наблюдайте, изучайте и предлагайте свои способы борьбы. И тогда, благодаря вашим работам, мы сможем сформировать нашу бортовую инструкцию. Ну, я заканчиваю. Желаю вам удачи, с праздником и ухожу со связи.